На рекламном щите появился логотип подполья. Очень подозрительно. Я вошел. Ты тоже? Уже влез в их систему. Защита у них вообще ни о чем. Как туда попасть? Дверь вниз по лестнице. Все как всегда. Ты даешь ток, я открываю. Электричество, мама, специально. Генератор заработал. Но, кажется, ничего не произошло. Ты видишь силовые реле? Что это? Ваш личный шифратор речи. Настроен на ваш голос и глушит все записывающие устройства поблизости. Ты сделал это для меня, потому что... Ну, вы же публичное лицо компании и... Ага, вот тут я тебя остановлю. Знаю, что такое эфир. Это всех остальных тебе надо обрабатывать. Понятно? Почти на месте. Вот и все. Отключение замка. Есть! Реактор дальше впереди, на первом этаже. Лен, я уж думал, что эти экологи пустят нас ко дну. У нас друзья в городском совете. Верхушка Роксона, небось, нервничает насчет выборов. Хочешь увидеть, как взрываются головы? Зайди на собрание совета директоров и напомни про выбор. Начали собирать из них большой материал. Уверен, Тригер не обрадовался. Где еще? Но он звякнул своим друзьям. Статью сняли, а журналистов уволили. И хорошо, а то проект не уходит. Точно!
Нопорма, чтобы скрыть его токсичность. А люди все верят, что Нопорм безопасен. Как вообще такие люди, как Саймон-Шлигер, могут спать по ночам? Может, он ставит успокаивающую запись морского прибоя, чтобы совесть. Ладно. Нельзя, чтобы кто-то пострадал из-за реактора. Надо его закрыть. Ты впитал столько Нопорма? А вдруг у твоих детей теперь будет по три глаза или типа того? Я... Избиение! На том компьютере может быть что-то ценное. Звезда Роксела, вам нравится каждый день работать на благо общего будущего, а? Тогда хочу предупредить вас, что любая утечка может привести к закрытию производства. Защита информации крайне важна для компании. Поэтому с сегодняшнего дня мы просим сотрудников сдавать телефоны, планшеты и другие устройства связи на входе в здание. Ясно? Отлично. Помните, мы всегда рядом. Ого! Хорошо, что я не плюхнулся прямо туда. Я понимал, что у Человека-паука есть враги, но даже не думал, что в их число входит Роксон. Да, они еще более продажные, чем я думал. Надо придумать, как разоблачить Роксон, не повторяя ошибок подполья. Без тебя я бы не справился с этой злодейской корпорацией. Спасибо. До связи.
Макс, отличные новости. Без лаборатории Роксон проваливает план по производству реакторов. Это отличная новость! Вряд ли они опустят руки, конечно. Зато мы спасли целую кучу людей. С меня хот-дог в честь наших свершений. Пойдет, спасибо.